Теперь я знал, как прикончить Мюллера. Один точный выстрел зенитной башни по его командному пункту. Но русские спутали мои планы, отрезав меня от предполагаемой позиции для стрельбы. Мне нужно было пересечь линию фронта, обойти атакующих русских и проникнуть внутрь одной из наиболее тщательно охраняемых крепостей в Берлине. К этому меня и готовили. Были только я, моя винтовка и мишень. Конечно, проникнем. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить Снайпер. Призрачный воин версии 2. Ремастерит. Да, это место я помню. Это, по-моему, после этого задания еще два задания останется. Могу ошибаться, да. А какую мы в прошлый раз подобрали винтовку, блять? Маузер 98К или... Бля, ну вот это прикольно все-таки выглядит. Я даже не знаю, стоит ли. Ну давайте попробуем вот с этой побегать. И сейчас будут фашисты, так что берем вот это. Да? Да-да, там фашисты будут. Давайте попробуем. Блять! Только вот не говорите, что в реале будут русские. Как ты думаешь, нам разрешат оставить? Стоять, убит! Обнаружен противогаз! Не, берем пока эту. Хоть ППШ, она тихая. Она тихая, что ли, блядь? Я здесь, инфу. Она в реале, походу, тихая. Глушителя на ней нету. Но у звука выстрелов я толком и не слышал. Пока не знаю, давайте пока возьмем это. Или все-таки с ППШ побегаем. Не, что-то как-то, знаете, желания нету. Я как бы могу, но смысл? Все бы так, блин, говорили, когда видят мертвого бойца такой. Ну, блядь, сдох так сдох, блядь. Мы чего сделаем? Он где-то здесь. Все туда! Блядь, ну пока здесь эти обычные.
Нет, надо будет заменить потом снайперку. Не-не, снайперка дерьмо. Ну смотрите-ка, не зря я все-таки взял вот эту именно пушечку. Все-таки патрончики на нее кидают. Надеюсь, никто не услышит. А нет, после этого, по-моему, даже финалка будет. А нет, какая, блядь, после этого? Нет, там еще точно будет одна локация. Да и игрушка, я не думаю, что настолько, блин, короткая. Но что-то, блядь, кажется, что мы уже почти к финалке подходим. Да он еще. Что дальше? Новая задача. Найти способ попасть на крышу. Хорошо. Но здесь надо быть тоже аккуратным. Да, все погибли. Надеюсь, у нашего великого командования есть план. Я не знаю, сколько мы еще здесь продержимся. Снайпер! Was ist passiert? Так, хорошо, пока все отлично идет. Я понимаю, что там патроны. Давайте-ка. Просто я что-то подходил, там он ничего не брал. Bist hier irgendwo?
Блять, я не ожидал, что чел подойдет ко мне вот настолько близко. Ну не ожидал. Так, ну за слиток положили. Ну да. Даже каратель получал пизделей. И больно, блядь, по сравнению со мной. А я это к тому, что, блядь, сдохну часто. Так, а там ничего не положили? Не, жалко. Так, я понимаю, мне туда. Но я бы хотел проверить, чекнуть, как бы скажем, локацию. И для чего эта локация? Так, а сейчас я просто попаду туда, да? Ебать там патроны, блядь. Ну это для зениток больше всего. Тут еще, по-моему, кто-то есть. Жалко, как в PUBG нельзя наклоняться. Так, еще один чекпоинт, отлично. Все, у меня максимум патрон. Там человек 20 должно быть. Thank you.
Ну, кто? Да ёперный театр, я же присел, блядь. Ладно. Да, вон там мы, кстати, внизу бегали. Вот, кажись, та церковь, где я бегал тоже. Они стреляют очень часто, блядь. А у них может быть очень много гранат. Пипец, война, блядь. Над башкой, блядь. Как в песне Фактор 2. О, недоработочка опять. Объясните мне, что это, блядь? Этим вы хотели сказать, что Земля здесь круглая? Так я и так знаю, что она не плоская, блядь. Что она не лежит на слонах. Шикарно просто. Бля, я бы не отказался бы еще от патронов. А, все? Музыка просто закончилась. Ну давайте я со всех сейчас побегаю, пособираю, что ли. На снайперку у них всегда патроны, я смотрю, есть.
блять, у них такие обоймы должны быть большие, что, блять, мне бы хватало бы. А тут по 5 патронов. О! Так, с него я собирал. Так, мне что-то все еще внизу надо сделать, прикиньте. А раньше срока, походу, побежал куда не надо. Ну, хоть зачистили точку, да, ребят? Ну, точно та церковь, где мы были. Ага. Я только вот не говорите, что я задание просрал. Да нет, вряд ли. Вон там не показано, что вход. Просто, ну, если бы я бы просрал бы задание, то мне бы сразу... Сразу же бы сказали бы об этом. Да, я понимаю, что мне вниз, но я хочу уж всех от... их избавиться, чтобы, знаете, уже не было никаких проблем. Хотя на обратном пути, как обычно, кто-то и появится. Ну-ну-ну, залезай тогда. Бля, я патроны хочу с ней собрать. Давай, ползи. Нет? Я-то думал, он так хотя бы заберет патроны. О. Как видите, патроны он забирать не хочет, думает, а зачем мне они? У меня и так есть сколько там патрон, покажи. 43 патроны. Не, ну если так-то посудить в реальной жизни, мне бы тоже, наверное, бы хватили эти 43 патрона, хотя нет. Если уж сильно много врагов, то не хватило бы. Бля, а мне что, туда надо стрелять? А, ну да. Убить вот этого блондинчика надо. Да, дальность просто хреновая. Сейчас двоих должно быть, а не быстро. Так. Жалко, не делал, как в папке наклониться, блять. Уже это повторяю. Но все равно. Чтобы, знаете, вот наклон вот так вот, блядь. Я не могу толком играть, чтобы вправо-влево наклон делал. Сейчас просто надо уйти. Вот в эту сторону будет побыстрее. Ой, все, я вас понял, блять, уйдите.
Блять, патрон нихуя нету. Да побольше дайте мне, чё вы жмотитесь-то так? Да вообще такие жмоты, блять. По 5 патрон дают, прикиньте, по 2, по 5 патрон. Ну все, сейчас просто надо убегать. Берем пистолет и бежим. Угу, бежим. Ну все. Я бы не сказал, что задание настолько уж сложное. Оставалась последняя мишень, Вольф. Но я понятия не имел, где он. Я знал, что у Иванов в Восточном Берлине есть штаб командования по проведению специальных операций. Опять возвращаемся туда. Возможно, он с ним как-то связан. Я собрался и отправился на звуки боя и танковой стрельбы. Это было одно из самых опасных мест, куда можно было сунуться. Но мне нужны были ответы на вопросы, и я мог получить их только там. Да? Так, выбор снаряжения. Я больше не хочу ту снайперку брать, но... Уж извиняюсь, но она мне не понравилась. И вот здесь, по-моему, надо лучше брать ППШ. Все, давайте-ка я начинаю. Но пойдем мы дальше уже в следующей серии. Что-то я не осужусь идти дальше. Но спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.